встрече руководителя Брестской области Константина Сумара с представителями делегации из китайской провинции Хубэй с самого начала приобрела предметный характер диалога. Уже в своем приветственном слове губернатор региона выразил уверенность в том, что этот визит будет не последним. Председатель Брестского облсполкома неоднократно подчеркивал, что встреча будет способствовать дальнейшей реализации большого количества мероприятий, не только разработанных в рамках долгосрочного сотрудничества, утвержденного в планах, но и в других не менее интересных проектах, поводом для развития которых должны стать хорошие отношения между регионами. Я надеюсь, что вот ваше пребывание в нашем городе, в нашей области оставит хороший такой след и приятное впечатление и послужит, конечно же, новым стимулом к важным наших дальнейших взаимоотношениям. Я надеюсь, что нахожусь под очень хорошим таким впечатлением от встречи с вашим губернатором Иван Гошин, который очень гостеприимно встречал нашу делегацию, и там между нами было подписано именно соглашение о дальнейшем нашем сотрудничестве. Во время встречи состоялась презентация возможностей двух географически далеких, но экономически близких регионов. У Брестской области и провинции Хубэй достаточно точек для активного взаимодействия, начиная с промышленности и сельского хозяйства и заканчивая культурой и искусством. Этот диалог, уверены обе стороны, станет еще одной, но уже новой платформой для плодотворного сотрудничества, которое продолжается вот уже практически два десятка лет. На протяжении многих лет Брестская область и провинция Хубэй поддерживают хорошие отношения. С каждым годом регионы глубже познают друг друга, а дружба становится только крепче. Одной из целей визита китайской делегации в Брест являлось знакомство с работой белорусских депутатов. Именно поэтому делегацию в регионе сопровождал председатель областного совета депутатов Сергей Ашмянцев. Система работы депутатов Берестейского региона заинтересовала китайских коллег, и это заслуженно. Совет депутатов, да, у него есть свои полномочия. И немалые полномочия, я хочу сказать вам, понимаете, да. Просто нужно их тоже использовать, реализовать. Но самое главное, в разумных пределах и идти правильно по жизни. Не делать какие-то конфронтации, там, что вот тут кто-то есть. Делать свое дело. Я думаю, что у нас пример вот с государственного устройства в Белоруссии, я могу так вот сказать, лично как человек, который прошел по ступенькам очень много, очень правильный. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.